Гала-концерт фестиваля «Салют Победа» прошел сегодня в Вологде. Ветераны исполнили лучшие песни, посвященные 9 мая. Выступления стали результатом долгих репетиций, прошли участники и отборочный тур. На гала-концерте они представили более 30 номеров, были и сольные выступления, и хоровые. Активными участниками фестиваля стали коллективы Центра Забота и других ветеранских организаций. Самые лучшие номера этого фестиваля, которые отобрало жюри во время прослушивания. А прослушивание мы проводили полтора месяца, в марте и в апреле. Каждый коллектив у нас выступал со своей программой, ну и лучшие номера вот вошли на сегодня. Концерт должен быть, конечно, очень интересным. В этом году фестиваль, посвященный Дню Победы, проходит в Вологде в 10-й раз. За эти годы он стал важным предпраздничным событием, отмечают депутаты Заксобрания. Я в очередной раз убеждаюсь, что в Вологде проживает очень много талантливых ветеранов, которые не сидят дома, а ведут активный образ жизни и уделяют внимание творчеству. Опять-таки для многих это неформальное общение, где можно не только развивать свои способности, продолжать заниматься творчеством. Традиции фестиваля «Салют Победа» в Вологде продолжаются. В следующем году организаторы планируют посвятить его 870-летию Вологды. Егор Канавин, Вологда-Портал.